Приветствую, дорогие зрители. Сегодня распаковка посылочки ожерелья Best Friends. Это подразумевается знак дружбы, состоящий из сердечка пополам. Заказывал, значит, я золотистого цвета. У меня, значит, под видеороликом есть ссылочка, можно по ней пройтись и именно посмотреть. И также мы с вами сделаем все ли соответствует то, что мы заказали со странички сайта AliExpress. Смотрим, на что на упаковку. Упаковка целая сохранности, но посылка почему-то не должным образом на почту пришла. Положили в почтовый ящик. Это, конечно, что-то мне не очень понравилось, тем не менее, самое главное, что посылка дошла. Стоимость посылки, пока я открываю, расскажу, 89 рублей. Доставка бесплатная. Рейтинг продавца очень высокий, 4,8 звезд. На сегодняшний день оформлено аж 50 всего лишь 3 заказа. Не знаю, почему мало, может быть, только что продавец начал работать. Ну да, опыт работы где-то около года. Вот такая упаковочка. Ну давайте мы с вами посмотрим. Еще раз открою эту упаковочку. Что-то тут запаковали хорошо очень. Ну вот, давайте сначала посмотрим, что цепочка в целости, сохранности. Замок, проверяем замочек, работает, закрывается, открывается. Так, отлично. И вторую половинку проверяем. Вот такие замечательные цепочки за не такую же дорогую стоимость. И как на фотографии, обратите внимание, если соединить, то тут написано Best Friends. Ну вот, все в порядке. Так, насчет качества, что можно сказать? Покрытие замечательное, замечаний как бы нет. Почти похоже со странички сайта AliExpress вот эти замечательные цепочки. Вот, вот таким образом можно, как говорится, подкрепить дружбу. Один человек эту цепочку носит, а второй человек эту носит, цепочку носит. Ну вот и все, дорогие зрители. Так, кстати, посылка шла месяц. Ну вот, я бы сказал, что не совсем долго. Так что можно будет смело заказывать. Ну вот и на этом все, дорогие зрители. Подписываем на видеоканал. Много что еще интересного. Всего доброго, до свидания.